Руководству Вуктыла и представителям компании «Аквасервис», собственнику центральной котельной муниципалитета, удалось договориться с газовиками о реструктуризации платежей. Встреча с «Газпром Межрегионгаз Ухта» прошла накануне. Как рассказала нашему телеканалу мэр Вуктыла Гульнара Идрисова, разговор получился содержательным и конструктивным, есть хорошие результаты. Риски при вхождении в новый отопительный сезон минимальны. Напомним, из-за долгов за газ Вуктыл раньше на месяц остался без тепла и горячего водоснабжения. Как сейчас обстоят дела в городе и как идет подготовка к следующему отопительному сезону, в репортаже Татьяны Супряткиной. Центральные котельные работы идут полным ходом. Ремонт кочегарки капитальный. В новый отопительный сезон город должен войти бесперебойным. Весь необходимый материал уже доставлен. Делают замену второго котла, третий реставрируют капитальным. Закончить работы планируют к концу июля. Также в рамках подготовки к сезону планируют приобрести источники бесперебойного питания для исключения отсекания котлов в зимний период. Сегодня пришла третья фура с Бийска, получается. Запланирован котел второго, запланирован ремонт котла 2 номер 3 КВГМ-30, полный капитальный ремонт 70%. Пришли конвективная часть полностью, будет сделана обмуровка. Далее, сейчас у нас произошло отключение, можно сказать, плановое, на 2 недели. Выводим людей, по 12 часов они будут работать без выходных. Будем промывать и опрессовывать теплотрассы и трассу по горячему водоснабжению. Уже готова к эксплуатации и система химводоподготовки. Осталось лишь заполнить емкости химреагентами и запустить ее в работу. Но главной проблемой на сегодняшний день остаются долги за коммунальные услуги. Из-за задолженности за газа в городе на месяц раньше отключили горячее водоснабжение. Руководству муниципалитета пришлось оперативно встречаться с ресурсоснабжающей компанией и обсуждать варианты погашения долгов. Опять же, все в ручном режиме. Встреча прошла достаточно в конструктивном ключе. Мы встречались, на встречу приезжал учредитель ООО «Аквасервис», он является заместителем директора по финансовым вопросам, привез с собой график погашения платежей, которые они предложили «Межрегионгаз Ухта». Также привезли ряд мероприятий, которые планируют провести с целью снижения потребления энергоресурса. Это позволит в том числе тоже снизить затраты, которые они несут за потребление этого ресурса. Тем не менее, вопрос с неплатежами в городе стоит очень остро. Некоторые жители годами не оплачивали коммунальные услуги. На сегодняшний день долг населения – 158 миллионов рублей. Юристы «Аквасервиса» только в этом году стали активно проводить исковую работу по взысканию задолженности. Таким образом, платежи пошли, но пока медленными темпами. Татьяна Супряткина, Василиса Грещева, Илья Пузанов, телеканал «Юрган», Вуктыл.